Приветствую всех. Захожу в новый проект. Это живая очередь, называется лифт. Сейчас очень часто встречаю в ленте. Предстарт идет четвертый день, поэтому советую вам очень быстро заходить сразу после просмотра этого видео. Как говорят, кто первый встал, того и тапки. Погнали! Все становятся в живую очередь колбаской. Здесь вот мы заполняем имя, email, телефон, пароль, я не робот, нажимаем кнопочку регистрации. Как только мы заполнили регистрацию, мы попадаем в кабинет и видим все. Смотрите, один юнит 300 рублей, и за 3 юнита, за 900 рублей один вы получаете в подарок. За 10 юнитов 3000 плюс 3 в подарок. Либо другое количество, чтобы получать больше реферальных. И каждый день, вот каждый юнит – это боевая единица, которая будет на автомате генерировать вам прибыль. Чем больше юнитов у вас будет, тем больше и быстрее вы будете зарабатывать. Для всех действует единая очередь. Каждый новый юнит сдвигает всю цепочку вверх. Кстати, от админов просто гейм, то есть этим админам можно доверять. Один юнит потребляет 300 кристаллов в месяц. Кристаллы списываются с баланса каждые 8 часов и создают виртуальные юниты, которые встают в конец очереди, тем самым продвигая всю очередь вверх. После сдвига виртуальные юниты исчезают. Для того, чтобы попасть на следующий уровень, за вашими юнитами должны в очередь встать 3 новых. Одна цель наберется 50 тысяч юнитов, и мы стартуем. Вот. Здесь мы можем посмотреть команду, мои юниты, быстрый старт, мои сообщения, куратор, лендинг здесь можно сделать, конструктор визиток, обучение будет, автовебинары, мой аккаунт. Ну, здесь, скорее всего, это профиль надо будет заполнить, фотографию, ставим свою аватарочку, ставим свою фамилию. Здесь реквизиты Pair, ну, банковскую карту я не буду, Pair сейчас напишу. Вот здесь мы можем подключить Telegram-бота. Открываем приложение Telegram. Запустить. Вот здесь он будет нас оповещать обо всем. Вот Telegram-уведомления, там новый партнер, или сколько денег вы получили, сколько вывели и так далее. Дальше. Вот здесь вот можем посмотреть маркетинг. Вот здесь вот 3 кристалла, выход, какой выплата. Пополняем баланс. Ну, я так думаю, наверное, пополню я его все-таки на 900 рублей, чтобы мне дали один в подарок. Вот с визом можно пополнить, можно с Pair кошелька пополнить. Номер карты пишем здесь. Все, на балансе у меня 900 рублей. Один юнит, вот. Я выбираю 3 юнита за 900 рублей плюс один в подарок. И ставим. Сами становимся в очереди. Вот, оплата через баланс кошелька выбираем. У меня в запасе 4 юнита, они будут проставлены в очередь после технического старта. Вот, баланс кристаллов 1200 кристаллов. Все, свою реферальную ссылочку я оставляю под видео. Занимайте очередь и как можно быстрее. Всем пока-пока.